Полвека на волне. Коллектив Чебоксарского речного порта отметил 50-летие. 50 лет на волне, в прямом и переносном смысле. Чебоксарский речной порт полвека встречает и провожает гостей Чувашии. Это одна из визитных карточек столицы. Первые упоминания о городской пристани города Чебоксары в исторических документах датированы июлем 1722 года. Сейчас речной порт – это не только пассажиры и грузоперевозки, но и собственное производство и добыча нерудностроительных материалов. В порту работает 313 человек, и средняя заработная плата на сегодняшний день составляет порядка 30 тысяч рублей. И мы сегодня готовы выполнить любую задачу, поставленную нам по обеспечению нерудностроительных материалов Чувашской Республики. Объемы работы в перспективе у коллектива действительно большие. Для дорожного хозяйства Чувашии будут необходимы строительные материалы – песок, щебень, гравийные смеси. По проекту только безопасные и качественные автомобильные дороги будет выделено ежегодно не менее 4 миллиарда рублей. Кроме этого, мы уже проектируем третье транспортное полукольцо в городе Чебоксары для того, чтобы разгрузить пробки. За большой вклад в развитие водного транспорта в республике коллектив Чебоксарского речного порта наградили почетной грамотой, а генеральный директор предприятия Ванифатий Шайкин удостоен медали ордена за заслуги перед Чувашской республикой. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда, и провожают пароходы совсем не так, как поезда. Вода, вода, кругом вода. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.